Высшую школу журналистики и медиакоммуникации КФУ посетила известная синхронистка, трехкратная чемпионка Олимпийских игр, заслуженный мастер спорта и телеведущая Мария Киселева. В стенах высшей школы состоялась пресс-конференция, на которой гостья вуза поделилась с журналистами Казани интересными подробностями своего нового новогоднего шоу «Спасти северное сияние». Мы также соединяем в своих спектаклях воду, сушу и воздух. Мы также соединяем различные виды спорта и различные виды искусства. Мы привлекаем деток юных в этом спектакле. Синхронное плавание, прыжки в воду, флайборд, цирк, хореография, драматические актеры. Все это будет обязательно. Встречу с известной спортсменкой и талантливой телеведущей не упустили и молодые журналисты Казанского университета. Ни для кого из них не секрет, что Мария Киселева много лет посвящает себя спортивной журналистике. Теперь она готова рассказать, в чем кроются рецепты успеха известных спортивных журналистов. Могу пожелать ребятам совмещать те знания, которые они получат здесь, в этих замечательных аудиториях в этом университете, вместе с тем опытом, который они будут приобретать на практике. И вот тогда сочетание знаний, опыта, желания идти вперед и не бояться ничего делать, учиться с нуля, вот это даст им возможность двигаться и широко шагать по тому направлению, которое они для себя выбрали. Аделя Шамилова, Роман Самарин, Универ Ньюс.